Здравствуйте, друзья. Привет, ребята. А Баба-Яга, куда это нести? Так ставь чемоданы в ступу. А, только понял. Аккуратнее. Баба-Яга, а может, расскажем ребятам, что происходит? Ой, точно. Друзья, завтра 1 июня. А это значит, что наступает лето. Пора каникул. И мы решили полететь на море. Будем там рыбачить. И купаться. А давайте, котятки мои, поделимся летним настроением с ребятами. Давайте, только как? Я придумала. Мы с ребятами станцуем зажигательный морской танец. Точно! Повторяйте все движения за нами. Море, а над морем чайки, чайки на просторе кричат. Здорово потанцевали. Мы желаем вам веселых каникул. А нам пора. Земля, прощай. Добрый путь. Ой. Шаг навстречу.